В этом видео мы пытаемся пройти Майнкрафт, но у нас всего лишь пол хп. Как думаешь, сложно это или да? Что из этого вышло и как убить дракона всего лишь одной рукой? Смотри в этом видео. Ай! Ну это бесполезно. Нет! Убей! Нет, 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 Кубик! Вот, Савчик, а у тебя пол хп? Нет. А у меня пол... О, привет! О, привет, Кубик, а ты чё, Савчик? О, привет! Ах ты, о, блин, что вы, чё, блин, о, мы же еще даже не начали, подождите, ребята, подождите, подождите, сейчас, спокойно, спокойно, нужно отдышаться, может, у овечки тоже пол хп? Не, вот у овечки нормально все по хпшкам, ребята, но вот у нас с вами половина сердечка, давайте, может, уже начнем развиваться. Так, а что будет, если я спрыгну с трех блоков? Ну, ты понял, да, что будет? Ты какой-то очень глупый, мне кажется. А может быть, ты? Нет. Нубика, ответ! Ну, дерево мы нарубили, и нам очень сильно с вами повезло. Прям рядом у нас деревня, поэтому, ребята, аккуратненько к ней спускаемся. Давай, Савчик, только ты не прыгай. Ну, ты же знаешь, что будет. Кубик, давай тоже аккуратно, понял? Потому что гора — это препятствие. Так высоко, я не понимаю. Каждый раз так спускаться, это будет очень опасно. Это будет очень опасно, но я думаю, что мы справимся. Ведь сегодня нам нужно будет пройти Майнкрафт полностью. Как мы это сделаем, я не представляю. Отлично! О, только сначала я предлагаю ограбить деревню. Бегом, 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 бегом. Нам так, нужно подожди, здесь... Подожди, это что, получается, мы должны пройти весь Майнкрафт? Тут арбузы! Какого фига в деревне арбузы? Первый раз вижу в деревне арбузы. Ладно, это я просто отстал от Майнкрафта. Нам нужно очень много сена. Слишком много сена. Из этого сена мы сделаем очень много пшеницы. Ну, а дальше вы уже сами знаете, что мы сделаем из пшеницы. Едой мы будем обеспечены полностью. Савчик, давай-ка иди грабь полностью деревню. Нам нужны кровати по стандарту. С Кубиком мы уже так один раз Майнкрафт проходили. Ой, это было тяжело. Вы можете посмотреть, кстати, ролик этот на канале. Но как-нибудь сделайте это после просмотра уже этого ролика. Что в сундуке? О, как раз хлеб. Отлично. Арбузы. И зачем здесь трава? Объясните мне. Пж. Ладно, понятно. Что? Ладус, прикинь! Что? 4 железных слитка. Да ну нафиг, серьезно, чего? Погоди. Нужно найти голема здесь и вот он, добыть здесь, он, с него здесь, железо. Здесь, но для начала я предлагаю все-таки пшеницы собрать вообще максимально, чтобы у нас с вами была еда навсегда. И максимально много кроватей. О, привет, Кубик. О, привет. Ты аккуратно, у меня, меня только уже... не ударь. А то у меня полка. 26 стопов сена, прикинь, 26. А так у меня 20 Кубик, плюс 2 стака пшеницы еще. Так что отлично, ладно. Развиваемся, ребята, развиваемся. О, у меня 6 кусочек хлеба. Нам нужно с вами кровати, ребята, все реально скоммуниздить, потому что они с вами нам пригодятся. Варочную стойку брать... Ладос. Я взял. Деревня максимально везучая. Чекай, что я здесь нашел. Чё нашел? Чё нашел? Я что-то вообще как-то это. Да ну нафиг, в смысле, золотая кирка? Каким образом, Кубик? Я не знаю, она там в сундуке лежала. Как это в сундуке? Мне кажется, не может она лежать в сундуках ни в каких. Окей, Кубик, давай, ты собирай всю пшеницу, я дограблю все остальные кровати. О, я ни кровать не нашел. Подождите, блин, это коптильня. Нам нужна плавильная печь. И если она тут есть, то нам дико повезло. Привет, голем, скоро ты умрешь, поэтому ты нас жди. Оп, отлично, еще один сундук. Мы грабанули. Я нашел только стойку зелья варенья. Слушайте, если мы, кстати... Кубик, 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 Кубик. У меня идея, иди-ка сюда. Подожди, сейчас я снопы сена еще надо. У тебя же железо было. Я себе сейчас ботиночки сделаю. Не, да. Какие ботиночки? Нет, не-не-не-не-не, Кубик, ты не сделаешь ботиночки, ты сделаешь нам ножницы. Мы подстрижем овечек, точно. И у нас будет много шерсти. И у нас будет много кровати. Это окей. Точно, это точно. Что мы делаем сейчас? Я предлагаю сделать меч, инструменты. Пока что мы остановимся в этой деревне, но не думаю, что надолго. Не дольше, чем на 5 минут. Дальше я сделаю естественно палки. Кубик, естественно, держи сено, пускай у тебя будет сено. Естественно, меч. Давай. Естественно, еще палки. Так, ребята, а зачем я сделал деревянный меч, я не знаю. На, Кубик, забирай тогда сам деревянный у меня меч. 7 стаков пшеницы. 7 стаков пшеницы? Ну так делай хлеб, будет у тебя 3 стака хлеба. Так, где овечки, не вижу. Кубик, тебе задание. Найди овечек. Очень, а, я очень это много. Здесь видел овечку. А я пока что добуду камень. Я нашел пещеру как раз, и здесь Кубик, дуй ко мне, тут дофига овечек. Давайте там добивайте всех овечек там и коровок можете добывать. Хотя коровки нам не сильно понадобятся. Слушайте, я нашел тут неплохую пещеру. Я думаю, что именно в нее мы с вами и пойдем попозже. Хорошо, давай отправимся. Так, блин, я больше здесь ничего не нахожу. А тыквы нам нужны? Тыквы нам не нужны. А зачем? А хотя, в принципе, можно взять, чтобы пойти в Эндермир. Но в них очень неудобно, поэтому не советую. Так, верстак у нас есть. Я лучше им воспользуюсь, чтобы не делать несколько верстаков. Так, погоди.
погоди, точняк, эндермены же тебя не замечают, когда ты в тыкве. Так давай возьмем их тогда. Давай возьмем тыквы, чё? Я без взял проблем. Тыквы. Сегодня, так скажем, мы попробуем новую тактику. Не знаю, сработает она или нет. Короче, забирай. Еды я забрал. Каменная кирка готова. Меч готов. Меч для всех остальных тоже готов. Ну чё, ребята, все, уже пора в бой. Правда, лучше сделать еще конечно же какой-нибудь топорик, потому что он нам понадобится. Стой, Савчик. Ага, забирай. Кого? Меч. А, точняк. Так, погоди, Ладус, ты мне инструмент сделал или нет? Тебе инструмент, ну тоже меч только. Стоять, держи. Так, оп, короче, смотрите, взяли. Я тоже сейчас быстренько подготовлю. Раз и два. Вот, забирайте тыковки. Пацаны, тут где-то железный голем бегал, сейчас я его отмутохаю. Погоди, точно, железный голем. Но Савчик аккуратно, потому что он может сделать то же самое с тобой. Кстати. Это я знаю. Он бегал, Савчик, вот в той стороне, где у нас верстак, и я не могу найти коптильню. Ой, ты, плавильную печь. Неужели здесь ее нет? Это будет обидно, придется плавить все в печках. Ну и ладно. О, что? Тут седло, изумруды. Может быть, кстати, получится с кем-нибудь заплатить. О, я коптильную нашел, нам нужна коптильня? Нет. Коптильня не нужна, коптильню я уже находил, я от нее отказался, так скажем. Ребята, а что-то уже ночь начинается, мне это совсем не нравится, вы понимаете? Ой, нехорошо. Мы так-то к ночи совсем не подготовлены, но я думаю, все равно справимся. А я что-то не понял, Савчик, а где голем-то наш? Да не знаю, тут его нигде нету, я не могу найти его. Это что за фигня? У нас голем сбежал? Топ, а если он сюда в яму упал? А, вон он бегает, вон он. А, вон он голем, ты же знаешь, как его бить? Давай, на три блока вверх вставай и мочи его, только аккуратнее. Савчик, если ты сдохнешь, ну будет как-то не очень. Давай я сделаю, не переживай. Оп, все готово. Кажется, голем кого-то кокнул. Не ожидал. Савчик, а я вот к тебе телепортнулся, а спускаться-то как? Ладно, все, вижу, я не потрачу себе хп. Ёлки-матрешки. Так, давай, голем, давай. Че, да, на кого ты пасть разделал? На кого ты свои зырки зыркаешь? Опа! Железо мое, спасибо. Ладно, все, ребята, я думаю, что нам пора. Не вижу, кстати, монстров. А где они все? О, вижу, все. Надо пора убегать. Кстати, Савчик, давай сюда. Здесь есть обалденная пещера, которая нам понадобится. Оп, кубик тоже подтянулся, все, ребята. Да, я уже бегу. Надеюсь, что пещера будет бесконечная. Все, полетели, ага, бесконечно. Сейчас она тебе... Аккуратно здесь, только аккуратно. Здесь вы сами понимаете, да, что здесь, ну, как бы надо спускаться. Да, ну, понимаем, давай уже спускайся. Сейчас я ставлю вам по одному блоку, аккуратненько, сейчас все будет, хоп. Давай, сейчас спустимся. Савчик! Погнали, подбирай. Дурак! Владос, ты же понимаешь, что это просто так не останется? Это, не-не-не, останется, кубик, забирай все вещи, описатель! Осталось! Зачем? Просто? Кубик, ты понимаешь, что у нас здесь все вещи перепутались сейчас вообще все? А как спускаться-то теперь? Я подобрал твои вещи, ты подбирай мои, там еще вот Савчик будет. Ой-ой-ой, я шерсть случайно поставил, она нам очень сильно понадобится сегодня. Так, все, нормас. Есть, первое железо нашли. Савчик, где мои вещи? Да, Савчик, они внизу, подожди, давай. Мы их все подобрали. Не-не-не, внизу уже больше ничего нет, не переживай. А, да, Владус все скоммунизил и ушел. Ребята, нам гипер сильно повезло. Мы прямо попали в шахту. А железо-то будешь подбирать? Нет, железо сейчас, у меня сейчас, нечем подбирать, к сожалению. Все кирки забрали вы, ребята. Так что давайте там ты сами не меч отдашь мой? У меня есть только деревянная Сашик. Кирка. Я надеюсь, что у вас будет еще дерево, потому что я уже практически свое потратил. Ну да, спасибо да, за каменный меч, когда у меня... Ой, спасибо за деревянный меч, когда у меня был каменный. Ну, ладно, что? Я уже начинаю добывать железо потихонечку. Тут лава! И что? Ее убирать можно, да, или что? Или нам нужна будет она? Ну вообще, она как бы ни туда, ни сюда. Нам особо не нужно. Подвиньте меня как-нибудь в воду, а то я боюсь, не допрыгну. Да давай допрыгивай, я же допрыгнул, давай. Я допрыгнул. Давай, кубик. Раз, два, три. О! Ай! Ну это бесполезно. Нет! Кубик! Нет, кубик! У нас тыквы, короче, сгорели, кубик. Ё-моё, ну я вот ладно, все твои троллинги вообще до добра не доводят. Какие троллинги? Ты упал, у тебя все скатилось по этой воде, кубик, давай иди подбирай. Стой, да куда ты? Вон, все внизу у тебя, иди забирай. А, так оно не сгорело, что ли? Оно сгорело, тыквы-то сгорели, поэтому тыквы нам нужно собирать по новой, так что, кубик, чур, ты собираешь. Ага, я и так эти тыквы собирал. Это я тогда тыквы собирал. А я потом переделывал. Пацаны, я здесь слышу зомби где-то. Зомби где-то, это очень подождите, стойте. Ну? Владус. Да? Ко мне быстро. Да подожди, я же железо копаю, кубик. Владус, быстро, я тебе говорю. Ёлки-палки, все, иду, я из-за тебя железо не докопал. Это его причем-то было очень много. Кто такой, кубик? Ну давай показывай, там, что. Там золото.
А тут алмазы. Что? Да ладно! Что? Алмазы так быстро! Да, подожди, ладно, супер разно. Помнишь, как было в прошлый раз? Там были, это, лава была, так что... Да, это я помню, ловушка тогда была очень серьезная, да, и поэтому... и тем более у нас сейчас нету железной кирки еще. Так, ребята, я предлагаю здесь сделать пит-стоп небольшой, поэтому ставим верстак и крафтим максимальное количество печек. Вот сколько у вас есть булыжника, столько печек. 4. У меня 5. Какие 4 кубик ты не можешь поближе накопать? 8. Ладно, давайте тогда булыгой сейчас займемся, потому что... Погодите, а у вас уголь-то есть? Уголь у меня есть, да, я могу его раскидать. Давай, закидывай быстрее тогда его печку. Давай, сейчас, оп. Так, разделили. Сделаем еще одну печку. Поставим еще одну печку. Заберем немножко угля, закинем сюда угля. Разделим железо. Так, погоди, Савчик, стой, Савчик, там уже было 5 железа, а что ты его не переделаешь в кирку-то? Какие 5 железа, где? А, точняк! Подождите, ребята, у меня есть 3 железа. Все, не надо делать. Из алмазов мы с вами сделаем 2 алмазных меча. Отлично, тут достаточно много алмазов, поэтому, ребята, все прям хорошо. Ну что же, я забрал все железо из печек. Сейчас будут алмазные мечи. Кому алмазный меч? Мне. Кубик вздыхает часто. Ты офигел? Тогда ладно, на, Савчик, алмазный меч. Спасибо. Кубик. Я могу, что, конечно... еще подарили? Савчик сам сверху спрыгнул, умер, блин. Кстати, Савчик, это было сильно. Ты можешь вернуть алмазный меч, если есть желание. Нет у меня такого желания. Пока-пока. Ладно, Сад, ты в курсе, потому что ты там чуть в лаву только что не кокнулся. Кто? Ты. Почему? Ну ладно, показалось. Так, подождите. Короче, я сделал ведро. Но, естественно, этого ведра мало. Нужно сделать 2 ведра. Почему я сделал одну, я не понял. Сейчас я соберу любую из этих. Я еще одно ведро сделал. Так, отлично. Та-дамс. Теперь, ребята, мы уже с вами готовы пойти в портал в ад. Мы, кстати, очень быстро развиваемся, согласны? Нет. Тихо. Мне показалось, или я слышал скелета? Тихо. Я не знаю. Я это ты ботинки это надеваешь. Кстати, можно по шахте прогуляться еще. Слушай, Кубик, ты пока ничего не делаешь, сходи по шахте прогуляйся, а я портал в ад сделаю. Что-то так себе затея, на самом деле. Да знаешь, может, ты еще алмазов найдешь. Давай, Кубик, пошуршал. Ладно, надеюсь, то, что там есть какие-нибудь интересные сундуки. Савчик. Так, Владу, за тебе зачем нужен был еще один ведро? На. Зачем ты его сделал? Я же уже сделал все, Савчик. Ну ладно. Надо мне этого ведра. Ладно. А только вы меня пустили, вы мне хоть алмазный меч дали? Алмаз меч? Да не, сейчас. Зачем же тебе алмазный меч? Алмазный драк сможет. Погодите, так тут течет уже вода. Ну ничего, я все равно свою поставлю. О, я еще железо нашел. Так, все, есть. Теперь можно уже, правда, делать портал в ад. Сюда мы вышли, сюда мы вышли. Ой, звуки зомби, страшно. Страшно. Берем ведро и потихоньку выкачиваем лаву. Вот как сейчас оно все забралось, я не понял. Ну ничего. Савчик, тебе второе задание. Какое? Добудь-ка, пожалуйста, мне один кремень из одного гравия, чтобы мы сделали зажигалку. Ну понимаешь, она где бы мне его сейчас найти? Блин! Ладно, за вторым ведром. Отлично. Ой, пацаны, маленький зомбик. Ой, Кубик, живи, пожалуйста. Мы не сможем к тебе телепортнуться потом, потому что у нас тут свои дела. Я что, воду заделал, что ли? Воду рак. Да ладно, ничего страшного, я тут другую разолью. Ладус. А? Кремния я не нашел, но зато нашел железо. У нас уже настолько много железа, что я не знаю. Но! Что? Кубик, аккуратно, пожалуйста, у нас реально полсердечка только. Рядышком, пацаны. У тебя нет шансов потом, ты понимаешь? Не будет шансов потом, если ты сдохнешь, им тебе никто не телепортнется. А вы знаете, сколько у меня вещей? Ё-моё! У кого факел есть? У кого факел есть? Нету. У меня нету. В смысле? А я же умирал, у меня там факела были. А зачем тебе факел, Савчик? Ну, в смысле, грави есть, поставить факел и на факел грави кинуть. Это так не работает, Савчик. Ну что, Кубик, нашел алмазы? Нет, я, короче, пришел, чтобы себе щит сделать. Точно, щит! Кубик, я буду очень благодарен, если ты мне его еще и тоже сделаешь. О, все, отлично. А как он делается? Ой, господи, как он делается? Ладно, я себе, в общем-то, щит сделаю, естественно, у меня не хватит досок. А, там было просто одно железо, я 2 случайно сделал посередине, блин. Все, щит готов, Кубик. Я предлагаю сделать тебе хотя бы железный меч, если у тебя его еще нету. У тебя его нету, я вижу, согласен. У меня его нету, правильно. Подожди, сделаю-ка тебе железный меч. Сейчас нам нужно экипироваться с помощью ботиночек. У Кубика они уже есть. Савчику я сейчас... У меня есть. А я тебе их сделал. Красава! Слушайте, но броня нам здесь не понадобится, я считаю. Можно обойтись и без брони. Ну что, поджигайте, ребята, у кого кремень-то есть? Так у меня нету кремня, у меня столько гравия. В смысле, как нету-то кремня? Столько гравия, Савчик, ты что, его не выбил еще? Ладно, давайте копаем тогда каждому по одному гравию. Да? О, все, есть, давай. Огонь в прямом смысле. Жига готова, поджигаем. Погнали. Ну что, все точно готовы. Ну ладно, печки можно здесь оставить. Давай, бегом. Ой, нифига себе, где мы заспавнились. Вот это да.
Где крепость, 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 крепость? Давайте ищем крепость сразу же. У нас, ребята, погодите, не стойте, так много. Надо запомнить координаты портала на всякий случай. Вы заметили, что мы очень мало умирали за эту серию? И я надеюсь, больше вообще не будем никогда умирать. Я сейчас думаю, накаркаю. Ёлки, матрешки. Тихо, пацаны. Да-да-да-да, это опасно. Ладно, давай, Савчик, ты в прошлый раз нашел красиво крепость. Давай, я думаю, что в этот раз у тебя тоже это получится сделать. Так, аккуратно, только вот на эти блоки не наступайте, а то мы сдохнем. Ого, думал, сейчас умру, но... Ладно, ты дурак, что ли, я смотрю, то, что ты сейчас в поле зрения, я распугался. Это вообще жесть, я сам испугался. Вот эта штука очень опасная, ребята. Если она на вас нападет, это как бы будет хана. А давайте сломаем систему и нападем на нее. Савчик, так лучше нафиг вообще не делать. Это так не работает. Стойте, пошлите вот сюда. Погодите. Стоп. Стоп. Там крепость. Там крепость, там крепость. Бегом, 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 бегом. Аккуратно только здесь, пожалуйста, я прошу вас. И свинозомби тоже не трогаем. В прошлой серии ребята нам писали в комментариях: свинозомби, они не злые, только если когда их трогаешь. Нет, там были злые все, абсолютно. И свинозомби, и не свинозомби. Погодите, а как дойти до этой крепости? Ребята, сейчас будет челлендж. Готовы? Пошли. У меня есть только 18 блоков. Сейчас будет весело, ребята. Давай постоим, подождем, пока. Если вы... Вы чё? Не-не-не-не-не, давайте. Давай, ползи, ползи, ползи. Ползи, ползи. У меня ползи, руки уже вспотели. Вы чё, серьезно, что ли? Мне страшно. Да мы тут со свинозомами фигаримся. На. Ну как, фигаритесь, нормально? Нормально, нормально, нормально. Продолжай, продолжай. Тихо, ты чё делаешь, что дурак? Эй! Да мы фриты. Ребята, мне эта затея не нравится совсем. Мне очень страшно. Давай, ладно, пойдемте. У меня просто как бы руки уже вспотели настолько сильно, что я боюсь. Я понял, Владус, у нас же есть кровать, давай просто кровать здесь поставим, все. Точно, да, давайте поспим. Отлично, все, ачивка есть, ребята. У нас очень мало блоков. Я предлагаю вернуться на пару секунд назад, накопать блоков. Что? А чё это, ты умер? Тебя убил Ифрит! Фух, погодите, ребята. В смысле Ифрит убил? Да ну нафиг! Как он дострельнул до меня-то таким образом? Так, я сейчас... даже никого не вижу здесь, блин! Секунду, секунду, я должен накопать немножко блоков. Тут ещё газ где-то летает! Ага! Летает. Прямо здесь рядом. У меня два стака блоки, если что, пацаны. Чёрт, ладно. Совсем немножко незерита, я хочу себе накопать. Все отлично, блоки есть, ребята, валим, валим, валим. Савчик, не толкайся. Стоп. Так. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я не пойду пока что туда, потому что газ прям на меня... Короче, щит, щит отскакивает, от щита отскакивают пули. Это я уже взял. Нифига себе! Я это видел, Купик, ну ты... О, бегите, как это жестко сейчас. Аккуратно! О, Купик, почти в тебя, почти в тебя, почти в тебя. А что, Так, ребята, проследите, пожалуйста, за Гастом. Я должен к вам пробежать, потому что... Так, давай. Сейчас. Я его не вижу, где он? Он внизу, он где-то в этом. Он внизу, он внизу. Все, валим, валим, валим. Давайте в укрытие в какое-нибудь, пожалуйста. А где Ифрит? Да, походу, с нами придется сделать это укрытие. Это точно. Тут скелет был. Надо сначала найти Ифритов, потом уже делать укрытие. Там и сушикал сверху. Это я вижу. Так, все. Надеюсь, он настолько глупый, что упадет сам. Давай, 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 давай. Упал. Все, валим, валим, валим. Ой, Владус, он упал к нам. А, черт! Савчик, давай, забирайся. Бегом, бегом. Ой, Кубик, давай быстрее. Тут тупик, ребята, тут тупик. Закройте его, закройте, закройте, закройте. Слушай, Клад. Возняк, метаться. У меня блоков нет, у меня блоков нет. Я упал. Владус, ты погаси, быстрее, быстрее. Так, все, ты поднялся, давай, давай, давай. Где там все мои вещи? Отлично, отлично. Почему я умираю больше всех? Единственное, что у нас разрешено, это просто ТП. Это да, по правилам можно только... Где мой щит? Все, вижу щит. Фух, ребята, а где все эфиры? Я не знаю, нужны... Нам вниз надо, нам вниз надо, нам вниз надо. Ладно, все, пошлите вниз тогда искать эфритов. Да какого фига? Я думал, мы их сразу найдем, сразу замочим всех так быстренько. Так, не сюда, это тупик. Нет, там вообще тупик, там ничего нету. О, тихо! Ой-ой-ой-ой! Там эфрит снизу. Вот они снизу, эфриты! Да-да-да-да-да! Пацаны, ладно, пожалуйста, не забирайте кушать! Савчик, телепортируйся, давай! Я держу их щитом, я сейчас... Быстрее, Савчик, быстрей! Да ну нафиг! Купик, телепортнись ко мне срочно! Да я уже здесь, Владус, тпхайся сам, давай, меня давай, не убили! Давай, давай сюда, тпхайся! Так, телепортируемся к Купику, давай-давай-давай-давай! Это давай, что давай, за давай, жесть? Давай. А кто мне сказал, что щит помогает от гастов? Почему он не помогает? Не помогает? Не помогает, что ли? Не, вообще не Подожди, помогает, от ты гастов-то смолечко. Помогает от, от этих... А, ну, ладно, да, согласен, я ошибся, от эфритов не помогает. Внизу, пацаны, пацаны, эфриты внизу, если что. О! Валим! Ой! Сверху! Бежим, 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 бежим! А, меня кокнули, блин! Купик, телепортнись! Купик, телепортнись! Так, возьмем блоки и давайте сделаем укрытие, пока что... А где вы, где, Сашик, где вы были? Вот, вот там, вот там, внизу, вон там! А, черт, а где мои вещи-то все? Так там внизу! Сейчас я бегу, я бегу, я бегу за ними. Воу-воу-воу-воу! Ой, тут скелет стоит! Вижу! Нет!
Да я подискусно скорее живой! Сейчас телепортемся! Тихо! Чуть-чуть вещей подобрал! Скелет! Да ладно, там я просто у тебя сам вещи скоммунизил. Ты кто? Нет! Тебя сейчас еще раз. Это очень сложно, ребята. Это очень сложно. Все вещи перемешались, но по-другому никак. Так, ну потом разберемся. Где? У кого там мужчин? Заделаем. Ребята, давайте заделаем, пожалуйста. Все. Так, у меня, короче, еще сюда, забирайте. Так, давай, мне давай, можно, давай, пожалуйста, алмазный меч и щит? Ботиночки у кого? Ботиночки. У меня есть одни, но, видимо, вторые. Ребята, как мы будем валить ифритов? Скажите мне, пожалуйста, это самая важная часть. А давайте по очереди. Это как? Это как? Ну, типа, один идет там, допустим, или вдвоем. Значит, чудо первый. Это не вариант. Смотрите, стой. У меня есть кое-какая идея. Погодите, давайте сначала спустимся. Стойте! Так погодите, давайте. У вас есть доски? Давайте сундук здесь сделаем, чтобы вещи не терять каждый раз. Подождите, ребята, да, у меня идея как раз была тоже с сундуком. Но стоять! Аккуратно. Тут просто есть один ифритишка. Он подрабал, поджался. Надо спавнер ифритов просто найти. Спокойно. О, еще один! О, нифига себе! Нужно реально спавнер. Я загасил! Давайте, короче, остановимся около спавнера. Но спавнер нужно сначала найти. Я реально его не вижу, ребята. Тут их двое, пацаны. Вижу спавнер. Сюда. Бегом. У кого блоки? Сейчас, давайте настраиваем. Давай, строй. Сейчас стрелять будут. Не здесь, кубик, не здесь. Да я пока везде построю. Назерит у тебя? Назерит, да, зачем? Давай, скидывай. Сейчас мы будем строить нереальную... У меня досок... А, нет, доски есть. В общем, сундук делать, да? На, забирай. Забирай абсолютно все мои вещи. Это ты, конечно, хорошо. А, блядь, что мне там теперь с вещами делать? Давай сделаем сундук. Я уже хочу сейчас верстак сначала сделать. Так, Савчик, придержи-ка тоже моих вещей здесь, пожалуйста. Владус, у тебя доски, сделай, пожалуйста, сундук. Владус, у тебя доски. Сундук я уже скинул Савчику. Савчик, делай сундук быстрее, ставь. Владус, да зачем ты мне так скидываешь сюда? О, ифрит прямо здесь. О, вот этого я не знаю. Блин, так, помоги его завалить. А, он далеко, блин. Он далеко. Пацаны, есть проблема. У меня нету дерева. Аккуратно. Ребята, я хотел сделать баррикаду чуть-чуть поближе. Ну и фрик заспавнился прямо. Прямо здесь. Ать. Есть. Все, ребята, я уже немножечко ближе. Давайте переходим. Не надо здесь сундук. Хотя, в принципе, можно. Мы уже поставили, пофиг. Стой здесь, купик. Так, а ты уверен, что щит точно не помогает? Стой, Савчик, стой! У тебя вещи, стой! Да нет у меня вещей, я все выложил! У тебя вещи, блин! Да елки-матрешки, а! Что ж ты будешь делать? Смотри, сколько вещей. Зато есть палочка. Ты выбил сразу прямо. Да. На, забирай палочку. Так, а меч-то можно мне с щитом? Да, ну, можно. Вот так вот. И один щит, пацаны, второй щит. Я пошел. Стой, кубик, стой! Он здесь! Стой, это с прыжка их нужно бить. Елки ты, матрешка. Это как? Я не умею. Погоди. Оп, все, вот такой лабиринтик сделаем, из которого сами, естественно, не выберемся. Нифига ты, конечно, придумал. Да. Именно так мы их будем очить. Тихо, стойте. Пацаны, давайте, я вперед иду. Да стойте! Заделайте еще сзади, чтобы они. Есть, еще один готов! Блин, это было страшно. Еще, я двоих закосил, пацаны. Савчик, неси палки обратно, если что. Ребята, а кто-нибудь мне-то поможет здесь? Нет, да, я просто лабиринта. Не знаю, кому помогать. Блин, их здесь слишком много стало. Ребята, это вообще капец какой-то. Погодите, сколько нам надо палочек? Ну, Туря, сколько нам надо палочек-то вообще? Штук 8. А, ну 3 уже есть. Убил одного. Хорош, давай я, дай я всех загашу. Подожди, купик. Что ты сделал? Он меня убил, но я был близок. Слушай, я уже второго завалил, причем киркой. Все, отлично, 5 палочек. Нифига себе, с них выпало вот это. Нифига, нормально. Я же закосил воду, хорошо. Так, палочка. Погодите, да у нас есть 8 палок уже. Давайте последнего. Там алмазный меч, у меня. Так иди забирай тогда, кубик, ты что? Савчик, там и сушитель, пацаны. В смысле сушитель? Давай защищай. А как он так прошелся? Есть, палочка, отлично! Чем больше, тем лучше, Ладно, ты меч его подобрал или он? Да, я уже им дерусь. Оп, аккуратненько. Слушайте, вообще нормально идет. Вообще, я думал, что мы здесь дольше пробудем. Но пока все хорошо. Но есть проблема, нам еще обратно возвращаться, ребята. Все, палочка есть, ребята, давайте обратно. Столько много палочек нам не надо. Собираем абсолютно все вещи. Ну что, ребята, дело сделано, возвращаемся домой. Сейчас будет самое важное и отважное. Побежали. Фух, это было потненько. Но, ребята, все получилось прям красиво. Да, я вот предлагаю, смотрите аккуратнее, печень, чтобы здесь не было никаких мобов. Так, погодите, а у кого все палочки огненные стержни? У кого? Я еще один просто нашел. Погоди-ка, все огненные стержни у меня. У меня вопрос, тыквы-то мы профукали, да? Да.
Ладно, пойдемте в деревню тогда. Тыквы мы, ребята, собрали. Сейчас я предлагаю оборудовать какой-нибудь дом. Есть какой-нибудь двухэтажный, красивенький, чтобы мы вылезли здесь все. О, придумал. Давайте вот в этот. Бегом, бегом, бегом. Он, правда, немножечко компактный. Давайте сюда, ребята. В общем, здесь мы будем жить до добра наживать первое время, потому что сейчас нам предстоит огромная битва с мобами. Пока что закроемся. Слушайте, у меня есть кое-какая идея. Какая? Не, уже никакая, забей. Да просто была идея, но этот дом, как бы он, понимаешь, на высоте находится. Так-то бы я сделал в нем офигенный вход. И верстак, если что, я поставил сверху. В общем, давайте, нужно пару сундуков. Вещи все сейчас скидываем. И идем добывать эндерперлы, потому что они нам сейчас капец как пригодятся. Вы же сами это понимаете. Давайте закидываем все это дело. Да, есть такое дело. Слушайте, главное взять еще несколько блоков, потому что эндермены, они же высокие. Все, я только что здесь кого-то уже видел. Давайте здесь кровать поставим. Что, я слышу эндермена. Точно, кровать. Давай вот прямо здесь. Хоп. Блин, рядом есть монстры, мы не спасим с вами, ребята. Проблема. Ой, эндермен ходит на заднем дворе. Вижу еще одного. Давай сразу его агрим. А вы тыкву-то сделали, вы ты. Погоди. А тыкву-то где? Подожди, сейчас. Нет, нет, скелет. Нет, нет. Ой, здесь священник, ладно, все. Бегом, 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 бегом за моими. Пацаны, где ножницы, тыквы ей надо сделать? Тыквы? Зачем тебе тыквы? Эндерменов надо агрить, купик. Владус, Владус, у меня есть важная информация. Какая? Здесь есть священник, его священника, если его прокачать, то у него там можно купить эндерперлы. О, слушай, отлично. А чё он лег-то на нашу кровать, я не понял. Он давайте, спать, надо спать. Не знаю, смотрите, что добыл, смотрите, что добыл, смотрите, что добыл. Красавчик. Короче, я... Ой, паучара, Ой, кого-то убили, кажется, да, немножечко. Ладно, эндерперлы я кладу вот в этот сундук. Короче, хата прям очень маленькая, вам не кажется? Кажется. Я думаю, что надо кое-кого отсюда выгнать. Слушай, ну, священник торгует. Во-первых, у нас были изумруды. Да елки-моталки, священник спать ложится. Вставай. Сейчас я его попробую качнуть немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне этот расклад совсем не нравится. Савчик, аккуратно, не иди сюда, не иди сюда. А, ты отлично забрался, красава. Давай, крипер. Аккуратно, только... Только не рядом с домом, Савчик, я тебя прошу, не рядом с домом. Заберись на крыш. Ой, Владуса, кажется, кокнули. Это да, но я зато здесь рядом, но мне придется все равно к Савчику. Здрасте, здрасте, мистер Крипер, здрасте, там скелет. Тут видел, есть эндермен, но мне надо его как-то на себя приманить. Как же сложно это будет, потому что у нас всего лишь половина... Сердечко. А, блин, паук вообще неожиданно выбрался оттуда. Все, ребята, сейчас начнется самое дикое месиво. Савчик, не бегай рядом с домом. Я тебя прошу, пожалуйста, смотри, потому что там все наши вещи. Давай, скелет, давай. Это редкое явление. Скелет с паучком начинают драться. Слушай, я уж думал, сейчас я с ним буду повыпрыжаться. Отлично, вижу эндермена. Помогите, пожалуйста! В меня скелет, кажется, где-то стреляет. Паук, иди тоже отсюда, пожалуйста, я тебя прошу. А ну, эндермен! Ты на меня меч скоммунизил, я сейчас всем сражаться. Есть глазик! Прямо хорошо! Прямо очень хорошо, я бы даже сказал. Я думаю, что глазик нужно сразу же в дом относить. Потому что если я его профукаю, это будет прям совсем не вариант. Паучара заразная, здесь сидит. Фух, отлично, два глазика уже точно есть. Паук, иди отсюда, пожалуйста. А, что ж ты пристал? Ой. Так, ребята, я предлагаю выход сделать вообще где-нибудь сверху. Да что ж ты будешь делать? Да зомби, откуда вас столько жителей? Выйдите отсюда нафиг, пожалуйста. Идите, жрите жителей своих, ну нас так, не красиво, трогайте. Красиво, Купи, конечно, приманил всех. Ну, да. Все отлично. Склеет. Ну что, в щит мой не можешь, да, попасть? Давай, стреляй, ну. Че, промахнулся? Да, бывает. О, второй скелет. Слушайте, скелетов нужно убивать. Да елки-матрешки. Владус, я давно забрал твои вещи. Красава. Можешь со мной даже немножко поделиться? Да, зачем? Давай, бросай меч. Бросай блоки. Давай, щит. Да какой щит? У меня тут, блин, опасность. А, блин. Все, ребята, ночь заканчивается, день начинается, поэтому нам нужно сейчас... Надеюсь, что не скоро, блин, сгорят. Купик, сзади, дай мне меч. Я сзади, стой. А, ты сзади. На, собирай. А щит дай. У меня нету его. Да как так-то нету? В смысле, Купик, он у меня точно падал. Давай мне щит. Где-нибудь вы видите последнего эндермена, а? Да, вижу. У меня два эндерперла здесь. Все тогда, отлично. А что зомби-то не горят? Я не понимаю. Так потому что день еще не начался, Купик. Успокойся, все нормально. Начинайте день, пожалуйста, Савчик. Давай, Савчик, гаси его. Я вижу, я помогу Савчику. Он реально убежал. Савчик, так его надо агрить, потому что...
Ебать! Давай, 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 мочи его, Савчик! Армия бежит. Есть один эндермен, есть один эндермен. Есть шанс. Стой, Савчик, стой, 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 стой. Я бы... Телепортируйся. Бегом, пожалуйста, давай. Где он? Ё-моё, сколько у тебя вещей? Все, я вижу его, вижу его. Я смотрю на него. Так, он меня не видит. Попробуем еще раз. Эндермен! Оп, оп. Оп! Аккуратно, аккуратно, дайте мне его, дайте мне его! Есть глазик! Крипер, убегаем! Три эндерперла здесь! Все, ребята, пойдемте домой скорее, пожалуйста. 5 эндерперлов, Савчик, у тебя 3, у меня 2, и по идее у нас должно быть... Подожди, Купик, у тебя же еще были, нет? Нет. В смысле нет? Ты что, профукал? В смысле, у меня ничего не было. Ну, смотри, тогда. Я предлагаю взять палочки Ифрита, сразу переделать их в порошок и сделать око эндера. И смотрите, нам же не обязательно быть в деревне, правильно? Поэтому, пока у нас день, давайте мы отправимся сразу на поиски. Так, куда он улетел? Что? На поиски чего? Он лопнул! Что ты? Собирайте все вещи, мы выезжаем в поход, ребята. Ребята, ночь начинается, я бросаю еще око, и мы бежим все еще в одну и ту же сторону. Вы не представляете, насколько это долго. Давайте, я предлагаю построить здесь небольшой домик. Не зря мы наломали столько дров. И сейчас он будет у нас прям по красоте, прям такой, ох, мощненький. Главное, чтобы это было быстро. Я еще вас попрошу сделать люк хотя бы один, чтобы сделать офигенный выход. Но вы же понимаете, да, какой так, надо люк это получается сделать два. Верстак есть, по-моему, у всех. Ну, не у меня. Ладно, сейчас я поставлю. Оп, все. Все, люки готовы. И смотрите, вот такую систему выхода я сделал. Смотрите, ребята. Оп, кроссаутик. И зомби не пройдут. Так, разве погодите, что а нам крыша нужна? Крыша, нужна? Естественно, нужна. Да я вас покрышую, пацаны, все нормально. Да не надо нас крышевать, Савчик, мы и так справимся. А чё, где все мобы? Я не понял. Эй, появляйтесь. О, все, понял, понял, принял. Слушайте, а у меня есть идея. Ладно, у меня нет идеи. Вы же сундуки забрали, я правильно понял, да? Нет. Давайте-ка все в сундуки закидываем. Да в смысле, вы как не забрали-то? Да как так-то, ребята, да как так-то? Ладно, все в сундуки закидываем. Берем пару блоков, и я слышу уже эндерменов. Правда, слышу еще песчаного зомби. О, эндермен прямо здесь! Вот это да, вот это нам повезло! Эй, иди сюда! Че, подойти-то не... Понял, принял, всё, обработал, да? Обработал, принял эндерменчик, сорян, сорян. Кстати, слушай, давайте здесь кратче поставим, чтобы можно было поспать немножечко. Да, кстати, это очень хорошая идея. Все. Рядом же монстры, блин. Сейчас разберемся, сейчас не будет никого рядом, Копик, все нормально. Ну-ка, о! Нет! Я поспал. Это было близко, да, естественно, тут эндермен, подошел. Купик, а у тебя, да, мои вещи? Так, так, так. Купик, стой, скинь мне хотя бы что-то. Да блин, ты запарил, эндермен. У нас эндермен прямо в доме. Как в доме, 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 погодите. А что ты тут делаешь, чувак? Подождите, паук, не лезь, не лезь, не лезь, отстань. Так, все, не смотрим. Гаси, гаси, гаси. Есть! Слушайте, в этот раз нам повезло на эндерменов. Так, давайте агрим одного. Ребята, спасите меня, пожалуйста, потому что тут скелет по мне может стрелять. Отвлеките его. Нет, он начинает стрелять. Он, правда, по Савчику начинает стрелять. Но, как говорится, ну, оп, отлично. Все, хорошо, убили, убили, убили. Есть, ну я же сказал, вы чё, ребята? Что ж вы бойцы-то такие, а, я не понимаю. Так, короче, смотрите, надо в таком случае на эндерменов нападать вдвоем, потому что... Так, вижу, подождите, подождите. Я один его агрит, а... Все, два эндермена! Так это мой один, Купик, мой один. Ну чё ты вот делаешь так? Ставь лайк, если тоже делаешь голову вниз, когда бьешь эндермена. Давай, давай, эндерняк. Чё, Купик, нормально у тебя голова вниз? Все, я его загрел, ты можешь спокойно вещи подбирать, а я жду, пока он ко мне подойдет. Там скелет, там скелет, там скелет. Да меня скелет! Савчик, Савчик! Скелетов, пожалуйста, убивай там в округе. Я возьму эндерменов, ты не переживай. Все, есть один, есть один, есть один, есть один. А где второй эндермен? Я что-то не понял, их же двое было. На самом деле, их можно даже и не бить. Фиг с ними. Но нам главное найти эндерменов. Не вижу я... Лук! Лук выпал! Отлично, он нам очень сильно пригодится. У меня стрелы были, я сундук клал. Ну ладно, неплохо. Ладно, пойду я на гору заберусь, лишь бы кролики не были. Так, пока я вижу Самит, да что ж ты будешь делать-то? Как же сложно играть с пол хп, ребята. Я не думал, что это будет настолько тяжело. Прикинь, вот пусть люди посчитают, сколько раз... Ладно, я убил скелета, иди сюда. Получится у людей посчитать, сколько раз мы за эту серию умрем или нет? Я думаю, нет, это слишком сложно. Серия тоже длинная такая будет. Ух ты, тут каньон, ребята, кстати. Вижу, хорошо, а где эндермен? Я не вижу эндермена вообще никак. Ладно, вижу одного. Крипер, крипер, Купик, не залазь сюда, крипер. Вижу одного эндермена, эй. Блин, вот наверху эндермен, Купик. Эй. Так, сейчас, сейчас. Раз. Ой-ой-ой-ой. Красавчик, Купик, красавчик. Еще один.
Ребята, Савчик, где я умер? У меня там скелеты рядом, вы можете мне даже помочь их. Да, без проблем, Савчик, давайте быстрее, Савчик. Да я тэпэкнулся. О, почему у вас так много? О, нет, о, нет, о, нет, все нормально. Скелеты меня не видят. Капец, они так громко. Э, с тобой что, эндермен? Слушай, у меня тут эндермен залагал. Давай спрыгивай, кубик, что ты здесь стоишь-то? Красава. Так, минус один эндермен. Как же это сложно. О, нет, о, нет, о, нет. Кто стреляет, кубик? Ну, кто стреляет? Нет, сейчас я отвлеку скелет. Давай, отлично. Все, есть скелет. В общем, должно быть несколько жем. Че, гав, кубик? Не тэпайся. Я ж тебе сказал, не тэп. Чё? Ты прям под меч попал! Так, все, ладно, кое-какие вещи подобрал, вроде нормально, правда, нет. Я кладу себе, скидываю вещи, давай бегай, забирай. Нифига себе, тут 4 эндержемчуга лежало, ты чё этого не видел? Да ну нафиг, 4. Да мне вообще нафиг не нужно. Возможно, нам этого уже хватит. Пацаны, спасайте, я тут эндермена кому не жду, тут еще полки ко мне бегают. Давай, 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 сейчас помогу, Савчик, да. Все, хана мне! Это я увидел. Реально, когда Владус, Владус, добегайся ко мне, быстрее, 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 быстрее. Ты пахнулся? Один вопрос, почему щит на пауков не работает, или это я не вовремя щит делаю? Я не знаю, что там не так делаешь, но нужно эндермена точно убивать. Так, тут, короче, битва, я им мешать не буду, я, пожалуй, просто пробегу. Ребята, сколько у вас жемчугов, сколько? У меня один. Я не знаю, сейчас посмотрю, сколько здесь. Здесь тоже один в сундуке лежит. Так, 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 ребята, у нас тут проблемы. Я к вам зайти не могу, потому что тут вообще хана нам, понимаете? Так. Владус, я тебе ворота еще открыл, заходи. Подожди, я щит хочу проверить. Ну-ка, Владус, ты же тэпэкнуться можешь. А, нормально, щит работает. Я уж думал, все, щит не работает. Думал, вообще фигня. Да ты давай уже тэпэкайся, а не щиты проверяй. Все, иду, 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 иду. Просто я хочу в безопасное место отойти и к вам телепортнуться. Все. Короче, в нижнем сундуке все... Все, я вижу, нам этого точно хватит. Нам нужно минимум 12, а у нас даже больше. Поэтому переделываем, и я предлагаю лечь спать. Если у нас это получится сделать, конечно, естественно, нет, потому что здесь слишком много монстров. Слишком много. И вообще люки эти надо закрыть, чтобы они к нам не пробрались. Фух. Савчик, а ты там где? Я тут пытаюсь поспать. Ты что, все это время не видел? Слушайте, а у нас практически-то день уже. Ой-ой-ой-ой, опасненько здесь у нас снаружи, опасненько. Я, правда, так всех мобов, кажется, притяну. Но ничего так, страшного. Так, смотрите, у нас, короче, есть 28 железа. Что надо делать из этого? 28 железа? Ну, можно сделать броню, естественно, она нам вряд ли поможет. Ну, давай попробуем. Щит очень классная штука. Что? Дурак? Каким образом? Это я тебя убил? Просто ты меня убил. Я бил скелет и ударной волной через блоки попала на тебя. Слушай, а зомби-то не умрут таким образом? Блин. Оп, аккуратненько спустимся. Блин, это что за жесть вообще, а, ребята? У нас, правда, очень мало стрел, но я думаю, что они нам особо и не понадобятся так. И лук очень-очень сломанный. У нас есть друг... Ты что меня так пугаешь? Я тебя чуть не убил. Да я сам тебя не убил. Ребята, давайте, выкапывайте здесь все. Главное забрать все кровати, абсолютно все, вот, ребята, вообще прям максимальненько. И главное забрать всю шерсть. Слушайте, но око я не буду бросать, потому что у нас их 13. Если оно вдруг лопнет, кубик, и Савчик... А ты уверен, что мы идем в ту сторону? Ну, мы бросали его вот оттуда. В принципе... Точно? Есть шанс, что мы пока что идем в ту сторону. Главное, чтобы тут песок не обвалился, а то будет прям... Ой-о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 й. Тут будет прям опасненько. Ладно, давайте бросим вот на том берегу. Лишь бы она была не в воде, лишь бы она была не в воде. Бросаю. Ага, все еще туда, да нет, она еще в воде. Так, стопа, оно не лопнуло, у нас есть еще пару шансов его бросить. Иначе нам придется еще добывать эндерменов. Че, пацаны, как плывете? Оп, кубик, стоять, погоди. Стой, стой, стой меня, подожди, ты подожди. Забирайте. Ты офигел? Ладно, Савчик, давай. Присаживайся, Савчик. Оп, все. Ну-ка, давай, догоняем кубика, у меня есть еще был лук где-то. А я в ту сторону доплыву или нет? Владуса, давай догоним кубика, я дотухаю. Не надо. Кубик, стой! Кубик! Не, да не надо! Давай, 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 кубик, смотри! Блин, я надеюсь, что она реально не под водой. Иначе это будет фиаско, братаны. Ладно, давайте вот на тот остров и там еще раз бросим жемчуг. Я надеюсь, он не разобьется, вот реально. А то самый первый у нас разбился. Все, приземляемся, причаливаемся. Савчик, предлагаю лодку забрать. Может быть, нам еще придется плыть. Я, если что, просто этот остров взял и оплыл. Стоп. Где-то там. Отлично. Это уже хорошо. Уже нам показывают в другую сторону. Кину-ка я здесь еще раз. Есть! Все, есть, нашел. Где? Давайте копаемся здесь, прямо здесь. Вы что, куда ушли? Владус, а ты где вообще? Да ладно, все, в общем, я один пошел. Ты чего, Савчик? Я случайно. Ко мне не телепортироваться, я копаю под собой. Что?
Ты зачем сломал песок-то? Ребята, если чё кричите, я, кстати, добуду тут железо, ну, мало ли что, оно мало ли пригодится, хотя нам уже больше окей. Ничего... О, кричу, Савчик! Ладно, все. Ты чё, дурак, что ли, блин, нафиг ты обманываешься, я уже тупикнуться хотел. Не надо. Пацаны! Стой, ты только сказал, и сразу же я нашел. Я тоже нашел, Владус! Отлично. Ой, там крипер есть! О, у меня скелет! Не нравится мне это все дело. Короче, и что тогда будем делать? Кому идти? Я не знаю, мне кажется, оба варианта не хороши, понимаешь? Ладно, сейчас попробуем что-нибудь сделать. У меня же где-то щит был, правильно. Поэтому со скелетом мы как-нибудь... Я вижу сундук около себя, блин, как до него добраться? Я думаю, что сундук это не самый важный кубик. Нам нужно найти самое главное. Это, так скажем, портал. Портал. Ну-ка, где там скелетишко был? Скелет. Зомби. Так, ну здесь есть только один скелет. Ты чё напугаешь? Страх, Так. О, сундук. О, эндержемчуг. Нифига себе. О, пацаны, а я вас нашел. Ого. Знаете, что я нашел? Ой, летучие мыши. Портал? О, я сундук нашел. Я нашел себе практически весь сет брони. О, до свидания. О, я эндержемчуг нашел. Он мне не нужен. Да, я тоже нашел эндержемчуг, но я думаю, что нам уже их не понадобится. А где портал-то, блин? Да! О, ребята, спасите! Кубик! Или ты? Спасите! О, Савчик, меня попали! Беги сюда! Савчик, подожди, стой на месте, Стою! Нет! У меня вещи там пропали, блин! Где, Савчик, и не мои вещи? Ребята, у меня лютые проблемы! Ребята, я тут заперти! Кубик, ты нашел зомби! Ребята, я в заперти. Ребята, у меня тут вообще капец полный. Я тут, короче, один со всеми остался, понимаете, с мобами. Там было 4 или 3 моба. Фух, а где все? Я что-то не понял. Они по-любому куда-то ушли. Они по-любому где-то здесь рядом, 100%. Хорошо, что у нас щит есть, вот это реально. Ребята, а вы где? Скажите мне, пожалуйста. Скажите, что вы уже нашли портал. Нифига мы не нашли, блин, Владус. Ребята, где портал-то? Я что-то вообще не понимаю, я уже я все не по-моему, знаю, я уже запарился бегать по этим пещерам, блин! Я уже столько мобов перебил, сколько мы не перебили за все время нашей игры. Ты нашел портал? Да. Отлично! Сейчас стой, аккуратно! Там есть чешуйница, ты же это помнишь? Да, надо сразу же сломать. Блин, у меня кирка только жилье каменное так, есть. Так, по-моему, щит от чешуйниц вообще не спасает нифига. Аккуратно. Сейчас, слушай, они полезут вообще со всех стен, ты это понимаешь? Владус, надо просто сломать этот, у них штуку эту и все. Саша, ты-то где, блин? Да подожди, я вещи пытаюсь забрать, я... Все, есть, сломал. Фух, так, все, заделываем. Савчик, давай, собирай. Так, одна бежит, кубик. Убил? Нет! Еще одна бежит! Смысл, это спавнер, что ли, стоит, или что? Нет, они же в камнях спавнятся, кубик! Черт! Так они же спавнятся, если камни ломать или нет? Владус! Да? Что, кубик? Идите нафиг отсюда! Это жесть! Хорошо, что они по стенам не ползают. Или ползают? Я не знаю, Владус, тут еще лава, там еще лава разлилась, блин. Не вставай там, кубик! Она же бежит тебе, кубик, назад! Дурак, блин, вот я ж тебе сказал, вот нафига там вставать, скажи мне, пожалуйста. Не случайно. Так, сейчас я их перебью все. Подожди, я скажу, когда ко мне можно... Офигеть, их здесь, это что? Да ну нафиг! Так а мы же камни не разрушаем, как они там спавнятся? Они сами разрушают, кубик, по цепной реакции. Серьезно, чё, блин? Так, а к вам можно тэпнуться? Нет, подожди, нет, их слишком много. Их гипер много здесь, я не могу с ними справиться со всеми. Офигеть! И главное, что у меня пол хп, блин. Вокруг себя я на всякий случай сломаю камни. Мало ли они здесь будут. Так, вроде нету. Блин, на самом деле есть еще шанс, что они будут. Кубик, телепортируйся и быстро иди за вещами. Давай, смотри, сколько их. Ты что, гонишь? У тебя вещи могут пропасть, так что иди давай. Спасибо. Ой, пожалуйста. Сорян. Ёлки-палки. Давай еще раз. Погоди, а что если их просто закрыть там? Савчик, давай, спрыгивай. Савчик, ну иди, пожалуйста, куда-нибудь, у меня твои вещи закрыли, Савчик. Да я тут чьи-то вещи подобрал. Погоди, молодец, я их закрою. Поехали. Я их закрыл, все! Ага! Все. Что? Не очень, ты их закрыл, Владус. Вы что, прикалываетесь? Слушайте, ребята, они тут еще шипят, поэтому я предлагаю уже нафиг идти отсюда. Но для начала, естественно, поставим кровать. И, конечно же, мы сейчас не поспим, потому что нет ночи. Но точка возрождения установлена, все нормально, в чатике написала у нас. Я предлагаю сделать несколько сундуков, сложить туда абсолютно все вещи. Давай уже делай это поскорее, Владус, пожалуйста. У меня нет досок, кубик. Понятно, сейчас я все скрафчу. Сейчас. В общем, ребята, тактика такова. Сейчас я активирую
портал. Каждый берет примерно 30 блоков. Забираемся на кристалл. Ломаем кристалл. И если повезет, спускаемся на воде. Но я думаю, что она нам не понадобится, потому что, естественно же, кристалл взорвет нас. Ну чё, полетели, я первый. А возьмите кирку кто-нибудь, пожалуйста. Ох, я взял, она, блин, сломанная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ожидаю вас. Первый, второй. Все, давайте, давайте, по одному кристаллу разбираем и идем ломать. Чур мой, вот тот средненький. Чур был, ну, мой. Маленький, забирай, Савчик, я пойду сразу же вот сюда. Лишь бы хватило блоков, лишь бы хватило блоков, лишь бы Савчик, хватило ты дурак, блоков. Ты зачем ко мне тут ДПХ? Прям ровненько! На! Все, я нашел немножечко блоков. Кубик, это ты их скинул? Это мои, Владус! Блин, я хоть. Ладно, хоть я сейчас это еще не успел выйти отсюда. Блоки скидываем. Второй кристалл. Давай! Кажется, это последний кристалл. Ребята, ловите блоки. Давай, я поймаю. Отлично. Ну что, теперь самое главное. Берем меч. Кому Ладус, взять кровати? Ладус, прихвати мне тоже меч и кроватку, пожалуйста. Хорошо. Все, вот это я вооруженный опасен. Кубик, ты там где? Я прям около этого центрального вот этого столба бегаю. Давай, давай мне уже эти штучки. Да быстрее, иду. На нас дракон охотится, Кубик, подожди. Иди сюда. Держи. А что ты не в тыкве бегаешь? Да я ее пропукал, блин. Все, ждем, пока наш дракон приземлится. Значит так. Савчик, есть алмазный меч? Да. Все, тогда отлично. Он приземляется, ты бьешь ему по горлу. Лавине, а я ставлю кровать. Я понял. Или наоборот. А я буду делать и то, и другое. Приземляется, приземляется. Давай, 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 родненький. Давай, отлично. Вот это он тут, Даник. Давай. Ой, какой ты громкий, зараза. А, я не успел убежать. Так, подбегаем и давай ему. Потихонечку. Да блин, да я не успел ему подбежать. Давай. Кубик, не надо. Блин, он сейчас улетит. Нет, не взрывай кровать, не взрывай кровать. Фух, опасно, еще раз. Не подходи к нему, потому что сейчас с ним все равно ничего не сделать. Он все равно будет бить и улетит. Есть, я подобрал вещи, отлично. Давай, родненький, давай. А он что, вот так, что ли, блин, я не успеваю, блин, бегу. Давай, ну, ого. Не успел. Давайте еще разок, там все у нас. Слушайте, мы нормально ему хп отнесли с самого начала. Вот, приземляется красавчик. Давайте, ребята, готовьтесь. Боевая готовность, так скажем. На него почему-то эндермены загрелись, но он их спокойненько откинул, все нормально. Савчик у нас сейчас раскидывает кровати, а я ему бью в грудину. Давай, Кубик, помогай мне. Сейчас я тоже подбегу, сейчас я бегу. Давай. Что? Мы вас толкнули. А как у нас всех кокнул? Приземляется, ребята, аккуратненько. Сказал, вот раньше, секундочку. Мутозим. Давайте, ребята, отходим отсюда, потому что я его тут... Я могу задеть вас, вы понимаете? Да-да-да, я уже еще отошел. Так. Взрывай кровать, Савчик. А, сейчас. Оп. Так взрывай. Так, приземляется аккуратненько. Давай, Кубик. Давай, иди ему, грудак, бей. Савчик, стой здесь. Дайте. Можешь? Раз, два, а что не бьется? Так ближе, в грудь ему, прям в грудь, Кубик. Да не бьется, блин. Вот. Все, бьется он, сейчас мы его отвотохаем. Отходим. Ой, я его решил попахнуть. Красавчик. Савчик, это ты сейчас кровать взорвал? Да, давайте скорее. Давайте, это что такое? Давайте добьем мечом. Подождите, Владус, нет. Владус, у тебя мечи еще есть? Нет, у меня идея. Мечи, давай добьем его рукой, Кубик. Давай. Савчик, готовься. Сейчас будем утозить его в грудак рукой. Ждем, только пока он приземлится. Только надо сейчас подальше. Савчик, отойди подальше, чтобы он тебя не задел. Подожди. Да, ради бога, сейчас отойдем. Опа, приземляется, родненький, приземляется. Ну что, да, готовьтесь, ребята. А ты стой, не подходи раньше времени. Так, да, приземлиться. И давай, сзади, заходим. Надо, чтобы все его гасили. Грудак ему, грудак, давай. Бейте. Я получил ошибку. Ай, блин, да ты кто меня-то убил? Тебя эндермен убил, а я убил эндермена. А что за фигня, нифига себе. Вот это зрелище, вот это я понимаю. Кто последний, тот и лох. Сашик, лох, ребята, предлагаю вам подписаться на мой канал прямо сейчас. Жмите на эту кнопку подписаться. Посмотрите также предыдущее видео. Подпишитесь на Савчика, на Кубика. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите этот ролик лайком. Всем пока.